Какое зеленое месиво? Яблоня. Второй год резкий. Весна, лето в прошлом году и весна, лето в этом году. В этом году у нас не урожайный год. Все-таки не всегда обрезка спасает. Но мы создали уже в дальнейшем крону, чтобы растение не тратило время, а делало ту красоту, которую мы задумали. У нас форма чаша. У нее в свое время постарели веточки. Сейчас нужно нам омоложение. Здесь как бы и вопрос формы чаши, компактности, удобства и симпатяшности. И в то же время она вся на омоложение. Данная яблоня. Теперь следующая работа только аж на следующий год весной. Летом, скорее всего, я трогать, это осенью трогать не буду. В принципе, яблоня после обрезки. Если мы работаем летом, деревья получаются аккуратные, компактные и симпатичные.